Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас распаковка вот такой большой коробочки ивановского трикотажа из магазина Т-декор. Очень добротно все пришло запаковано в такой коробке. Сейчас вместе с вами будем открывать, мерить. Мне понравился очень магазин, девчонки, Т-декор, скажу сразу, потому что огромный ассортимент, просто огромный. Там есть даже мебель, специи, вкусности разные всякие, мармелад. Но помимо большого ассортимента одежды, да, там есть товары для рыбалки, спецодежда. Ну, в общем, классный, классный магазин, классный ассортимент. Очень понравился. Навигация удобная. Вот в этом плане все отлично. Здесь много-много-много у нас с вами одежды. И, конечно, я не могла пройти мимо, заказала для малышей. Там очень много для грудничков, для малышей, для деток тоже одежды. Выбор вообще обалденный, классный. Так, давайте по порядку. Так. Первое, что мне попалось, это костюм домашний, цвет синий, размер 60. Беру сейчас все по максимуму, побольше, да, чтобы было комфортно. Чтобы было комфортно. Вот так он выглядит. По ценам вас тоже сориентирую. Скорее всего, наверное, буду подписывать. Сейчас посмотрим. Так, накладную пока не вижу. Ладно, я вам, если что, буду подписывать цены. Давайте смотреть домашний костюм. Так, вот такая вот классная футболочка. Слушайте, она может быть и не как домашняя. Смотрите, красивый принт. Большая, объемненькая, прям под этот комбинезон можно. Очень хорошо обработана горловина. Все отлично, супер. Это прям такой темно-темно-темно-синий цвет, почти черный у футболки, да? А брючки уже к этому костюму, они вот такой расцветочки, веселенькой. Так, брючки с кармашками. Вот так они выглядят. Просто брючки. Кармашки и резинка не прострочена, то есть просто вдета. Да, чтобы вы имели в виду именно этот костюмчик. Сейчас все примерим, посмотрим. Поехали дальше. Так, дальше. Простыня на матрасник. Вот такая, девчонки. Смотрите, как упакован, тоже хорошо. Так, это ясельная трикотажная простыня на матрасник в размере 60 на 120 на 20. Это я заказала на кровать дочери. Я думаю, она должна нам натянуться. Да, должно быть все нормально. 100% хлопок. Вот так она выглядит. Сейчас посмотрим. Мятная. У нас такая же простыня на нашем ложе, скажем так. Тоже такого мятного цвета. У нее есть как раз мятный комплектик. А я уже не люблю обычные простыни. И прям это совсем неудобно. Не хочется ими пользоваться. И поэтому заказала ей для ее комплекта тоже просто на резинке. Картоночка. Трикотажная простыня, очень мягенькая, ничем не пахнет. Вот так она выглядит. Да, как раз нам вот будет на кроватку, она растянется. И как раз по размеру, я думаю, то, что нужно. Трикотажная простынь, 100% хлопок. Отличненько, просто супер. Так, дальше. Что у нас тут интересного? Толстовка. Толстовка тоже в размере 60. Взяла для себя ходить на улицу. Так, ткань футер, отделка каш-корсе. О, как. Это черная толстовочка, девчонки, с таким вот красивым принтом. Сейчас посмотрим. Так. Вот как она выглядит. Должна быть такая длинненькая достаточно. С капюшоном. Черные завязочки. Все очень красиво отделано. Завязки. Видите, здесь такое колечко. Капюшон. С подкладом, то есть он не как изнанка сделан, очень хорошо, качественно. Это я вам внутреннюю сторону показываю. И вот так выглядит сама толстовка, достаточно длинная. Внизу у нас с вами резинка, кармашков нет. И на рукавчиках тоже резинка. Сейчас все померяем, посмотрим. Так, дальше. Комплект фиолетовый, этот домашний, я так понимаю. Хлопок 100%, размер тоже 60, все брала. Большое. Размерный ряд. Т-декор отличный. Можно подобрать все. Мне кажется, с шортами, нет, в комплекте я этот брала? Точно, с шортами, да, потому что уже сейчас тепло, весна, достаточно тепло дома, солнышко светит, да, и уже хочется на летнюю одежду приходить. Смотрите, какие шортики. Такие свободненькие, симпатичные. Резинка вставлена, тоже не прошита. И к ним футболочка. Вот такая. Тоже достаточно большая, объемная, очень, кстати, симпатичная. Тоже в такой футболке можно на улицу ходить. Не обязательно по дому. Прям как туничка. Цельнокровенный рукав с обработанными манжетами и очень хорошо обработанной горловиной.
Так, дальше. Ночнушка. Ночная сорочка в размере 58. Наверное, не было 60, но мне очень понравилась расцветка. Я люблю ночные сорочки на бретельках, потому что это удобно. Ну и в будущем, скорее всего, тоже на бретельках мне будет удобнее всего носить. Так, сейчас посмотрим. Я вам все ссылочки на каждый товар оставлю под видео. Проходите, знакомьтесь. Мне очень понравился этот сайт. В плане выбора ассортимента, в плане навигации вообще там много всего интересного. Прям я там на дня на два залипла. Смотрите, какая красота. Вот такая она. Хорошо, что вот не под грудь. Я не люблю тоже, когда вот прям или отдельно пришито, да, или прострочено под грудь. Очень приятный, прям похож на вискозу больше материал. Так. Что-то не вижу. Здесь не написано. На этикеточке почему-то не написано. Ночная сорочка. Ну ладно. Так, дальше. Дальше, девчонки, туника. Это детская туника в размере 72/146. Немножко беру тоже на вырост, пусть лучше будет побольше. А, кулирная гладь, трикотаж, 100% хлопок, 146. А у нас рост где-то под, сейчас под 130, 128, может быть, вот так. Вот такая туничка. То есть можно с леггинсами носить. Или как домашнюю использовать, даже как ночнушку можно. Ну, надпись, надпись, зацените надпись. Детка, ты просто космос. Такая классная туничка. Под леггинсы можно и гулять, в принципе, в ней. И как ночнушечку дома использовать. Классная, мне очень нравится, вообще симпатичная. Так, дальше. Дальше малышкова. Здесь у нас... Так, комбинезон Happy Animals в размере 40/62. Ну, 62, я понимаю, да? Так... И полукомбинезон тоже из этой же серии, тоже 62. Состав 100% хлопок. Вот так, девчонки, это выглядит. Три медведя. Это миминишно сейчас будет. Распаковываем. Потихоньку начинаем закупаться. Ой, посмотрите. Смотрите, какой маленький. Очень классный полукомбинезончик, да? С коротким рукавчиком. Но я бы даже сказала, вот, что это, ну, может, и 62. Нет, мне кажется, это вот как-то 58 размер больше. 58-60, да? Детский. Happy Baby написано. Сзади вот такой. Просто прелесть. Так, и второй уже полноценный комбинезон и с ручками, и с ножками. Это классно, кстати. Я на сайте не заметила, что там царапки, как они правильно называются, да, тоже здесь есть. Вообще классно. На молнии. Специально брала на молнии. Мне кажется, это тоже достаточно удобно. В принципе, пока ребенок не вертится, маленький, да, на молнии нормально. Ничем он не поранится. Так, да, 62. Это тоже размер 62. Ножки вот так сделаны. Вот такая прелесть. И сзади вот так. Потрясающе. Там вообще детские комплекты изумительные. Просто изумительные. Так, дальше, девчонки. У нас с вами подушка. Это я брала ребенку. Вот так она выглядит в вакууме, в вакуумной упаковке. Видите, внимание, вакуумная упаковка. После вскрытия тщательно сбить изделие. Она кажется такой тонкой-тонкой. На самом деле, не, молодцы. Я сколько где подушки заказывала, в Ивановском трикотаже первый раз присылают в вакууме. Это как бы, опять же, с целью экономии места, да, в посылке. Молодцы. В этом плане прям вообще. Подушка 38/58. Так, поликотон, хлопок 50%, полиэстер 50%. А наполнитель полиэфирное волокно, шарики. Вот такая. Сейчас мы с вами вскроем, она, наверное, прям такая, пуф. Выстрелит, будет большая. Где-то нож потерялся под одеждой. Так. Открываем вакуумную упаковочку. И тут у нас еще одна упаковка. Вот такая. Еще одна упаковочка. Пакетик такой. Оп. О, все, подушечка сразу начинает расправляться. То у нас подушка маленькая, до сих пор такая детская. Пора бы уже вот эту, какая упругая. Взбить изделие написано, да? После того, как вытащили. Ой, она прям упругая, как будто форму запоминает. Очень упругая. Класс. Вот такая подушечка. Смотрите, как расправилась, уже стала такая достаточно пышная. Думаю, сейчас еще полежит и будет еще попышнее. Артикул 104.
Классно, нравится. Так, ну и, конечно, смотрите, девчонки, нельзя было пройти мимо вкусняшек. Вот такой вот Иван-чай. Это прям на подарок. Можно, вообще великолепно. Для самых лучших людей на планете, посмотрите. Начальство там можно сотрудникам презентовать тоже. Вообще здорово. 24 пакетика Иван-чай. Три вкуса желания. Счастья, любви, здоровья. Потрясающая упаковка. Состав. Кипрей фирменный, имбирь, гвоздика, корица, цедра, апельсин. Это любовь. Здесь три чая в упаковке. Чай здоровья, кипрей ферментированный, мелисса, душица, курильский чай. И состав чая счастья, кипрей ферментированный. Давайте откроем, посмотрим. Очень интересно. Все так запечатано. Смотрите, прям наклеечка такая. Не подкопаешься. Так. Оп. Вскрыли. Доставайся. Все, теперь не могу достать. Выезжает. Вот, выезжает. Выезжает упаковочка. Вот она. Смотрите, как удобненько. И здесь пакетики с чаем. Ой, уже аромат такой пошел. Это любовь. Я прям тут корицу чувствую. Через упаковку даже здоровье. Смотрите, какие пакетики. Давайте один с вами вскроем, посмотрим. Здоровье. Так, есть надрез. Это хорошо. Очень удобные пакетики, как бы не просто, а даже с вот этой штучкой, да? Ой, здорово, вкусно пахнет. Очень вкусно. Классно, здорово, молодцы. И здесь у меня три упаковочки вот таких вот вкусняшек. Их очень много на сайте, девчонки, проходите, прям смотрите, знакомьтесь. Мармелад из жимолости. Это натуральные, очень полезные, вкусные сладости. На агаре. 100% натурально. Состав: сахар, песок, патока, агар, вода питьевая, сок жимолости 100%, регулятор кислотности, кислота лимонная. Состав. Вообще здорово. Так, следующее это из облепихи. Я обожаю облепиху. Вот как он выглядит. Тоже 100% натуральный мармелад. А сахар, песок, патока, агар, вода питьевая, пюре из облепихи, регулятор кислотности, кислота лимонная. Здесь 250 грамм мармелада. Так, и дольки в шоколаде. Я уже облизываюсь. Это у нас сахар, песок, патока, стабилизатор, агар, глазурь кондитерская, продукты, яичный белок, регулятор кислотности, кислота лимонная, цитрат натрия, ароматизатор, натуральный лимон, малина, яблоко, апельсин, куркумин, жимолость. Потрясающий состав. Смотрите, какая красота. Давайте с вами облепиху откроем, посмотрим мармелад. Таких вкусняшек там на сайте очень много. Прям глаза разбегаются. И коробочки такие натуральные, да? Так. Я сейчас, наверное, порву. Нет. Сейчас откроем с вами. Аккуратненько. 19.03.2001 дата изготовления. Все очень свежее, наисвежайшее. Смотрите, какая прелесть. Вот он, мармелад. Переложен бумагой пищевой, да? И там еще один слой мармелада. То есть два слоя вот так мармелада. Пока не чувствую, чем пахнет. Как это вкусно. Это нереально вкусно. Облепиха. Прям облепиха. Класс. Я такой вкусный мармелад еще не пробовала. Оказывается, в Иваново делают еще и такие вкусняшки. Обалдеть. Экопродукты. Вообще супер. Ладно, девчонки, давайте все мерить. Первый костюмчик. Просто великолепие. Он такой свободный. Нигде не давит, ни резиночка, ничего. Все прям отлично. Футболка, штанишки. Красота. Прям свободненький, очень комфортный. И по длине. Все отлично, сейчас покажу. Пупсик, тунику померить. Вот штанишки по длине. Они широкие, очень удобные, комфортные. Нигде ничего не обтягивает. Кармашки. Прям красота. И по длине, прям как я люблю. То есть можно, в принципе, брючки и повыше сделать. Но они не будут давить на живот нигде, ни в каком месте. Можно и повыше сделать. И все равно длина остается. Рост у меня 1,68 м, 1,69 м. Футболочка прям свободная, посадка. Все отлично. То, что... И хотелось то, что и надо было. Костюм вот этот вообще прям обалденный. Он такой приятный к телу, легенький, прям вот на лето представляю, супер.
Толстовка нереально крутая. Девчонки, сколько я за эту зиму и весну перемерила толстовок, чтобы мне в них было комфортно. И в магазинах, и на сайтах заказывала, на различных. Не могла найти. Не могла. Либо она короткая, длина не то, либо рукав, либо фасон. Здесь прямо огонь. Смотрите, длина. Все скрывает. Животик скрывает. Нигде ничего не обтягивает. Рукавчики, все идеально. Цвет, принт, прям вообще восторг. Я довольна. Капюшончик. Некоторые, знаете, интернет-магазины, и в том числе Ивановского трикотажа, делают завязки другого цвета. Это некрасиво. Здесь все очень гармонично. Капюшон. Вот так он выглядит. Класс. Девчонки, я знаю, вам понравится толстовка. Вообще класс. Толстовка просто огонь. И очень бюджетненько. Модель, пожалуйста. Водились? Я прошу вас на подиум. Проходите, моя красота. Ты прочитала, что хоть написано-то? Нет, еще. Проходите, пожалуйста. А вот такая тоничка, девчонки. По длине, смотрите, да, отойди немножко подальше. Можно, как и ночнушку. Вполне. Детка, ты просто космос. Причем вот космос и вот эти вот зелененькие, да, они все блестящие, набивные, да. Красиво сделаны. Тебе нравится? Да. Там кармашки, покажи. Да, вот. Причем кармашки отделаны. Отделанные, видите, принтом каким, как сзади ткань. Также горловина. Все очень аккуратно, очень красиво. Ну-ка, повернитесь еще задом, красотка. Супер. Супер. Огонь. Довольна? Да. Ночнушка, девчонки, тоже огонь. Прям вообще супер. И на большую грудь подойдет, и на маленькую. Здесь нет ограничения. Как бы все очень здорово, комфортно. Длина чуть ниже колен. Но она тянется. Она такая свободненькая, комфортная. Вообще очень приятная тоже к телу. Следующий костюмчик тоже очень свободный, с шортиками, которые, причем шорты до колена, они достаточно длинные, но можно и повыше тоже подтянуть, как бы, ничего не давит, все отличненько, принт веселенький, хороший, футболка длинная, можно, в принципе, в ней и на улицу ходить, не только как домашняя, шортики тоже прям вот длина, все отлично, все классно, все очень удобно, мне кажется, это прям... Самый классный заказ моего ивановского трикотажа, который когда-либо был. Потому что все подошло, все очень классно, все очень суперское и вкусное, и приятное такое к телу, вообще здорово. Ну вот и все, мои хорошие, все с вами померили, все посмотрели. Я довольна безумно всем абсолютно. На сайте, кстати, раз в неделю обновляется ассортимент, раз в неделю у них бывают распродажи. То есть, если вам понравилась какая-то вещь, можно помониторить и дождаться на нее скидочки хорошие. Но вообще там цены адекватные, очень адекватные среди всего ивановского трикотажа, прям красота. А я с вами прощаюсь. Все ссылки на сайт, на каждый комплектик. Все будет под видео. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Ну, иди, поцелуйчик, иди. Давай.